В мобильном приложении «Добродел» появился новый раздел под названием «Народный инспектор». С его помощью можно сообщить об автомобилистах-нарушителях, которые, например, паркуются на газонах и зеленых насаждениях или выбрасывают мусор из машин. Чтобы сообщить о нарушении, установите последнюю версию приложения «Добродел» на смартфон. Зарегистрируйтесь. Выберите соответствующий раздел, дождитесь, пока приложение определит местоположение по спутнику. Снимите видеоролик до 15 секунд, где будет видна суть нарушения с разных ракурсов. Сообщить можно о парковке на газонах и зеленых насаждениях, на детских площадках, о нарушителях, которые паркуются, мешая проезду мусоровозов или выбрасывают мусор из автомобиля. Важно, чтобы номер автомобиля нарушителей был четко зафиксирован. Для отправки сообщения о нарушении необходимо пройти авторизацию на портале госуслуги. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.